Добрый день, меня зовут Пелевин Татьяна, я представляю компанию Кадрлайн. К нам обратилась компания ООО «Кофе путешественникам». Эта компания занимается ресторанами и услугами по доставке продуктов питания. Рестораны Travels Coffee известны в Краснодаре благодаря вкусной еде и свежему кофе из разных стран мира. Обычно принимают гостей в кофейне, но эпидемия коронавируса заставила работать в большей степени на вынос. Официанты могут как обслуживать посетителей, так и отвозить заказы клиентам домой. Доработки 1С зарплаты и управления персоналом 8 потребовались для правильного учета занятости официантов на протяжении рабочего дня. Разработка функционала занялась наша фирма ООО «Кадрлайн». Специалисты поняли задачу и предложили варианты ее решения. Опишем выбранную модель модернизации 1С зарплаты и управления персоналом 8. Автоматизировали рабочее место администратора кофейни. Подключили ноутбук к интернету, установили клиент 1С с дополнительными инструментами. Создали интерактивную таблицу, где прописали типичные операции официантов. Это обслуживание посетителей, доставка еды на дом, уборка помещения, вынос мусора. Добавили детальный учет по перечисленным операциям для корректировки оценки. Количество обслуженных столиков, сумма заказа, маршрут доставки еды. Это расстояние, время, степень загрязнения кофейни, низкая, средняя, высокая. Установили индивидуальный контроль за выполнением операций, процедур среди официантов. Составили график смен, заполнили таблицу личными данными. Администратор фиксирует операции вручную. Синхронизировали обмен данными между клиентом, администратора с главной программой 1С зарплаты и управления персоналом 8. Настроили учет операций по фамилиям, разработали алгоритм оценки занятости официантов за месяц. Это работа в кафе и доставка еды. Компания осталась довольна расширением программного продукта 1С зарплаты и управления персоналом 8 нашей команды ООО «Кадрлайн». Внедрение интерактивной системы учета труда позволило точнее рассчитывать заработную плату сотрудникам.